чё, все. Добрался я до Байкала. До дома еще 200 километров. Это сейчас Култук прошел. Сейчас на спуске прям Култука. Стою. Здесь получается поселок Слюдянка. Вот сейчас я там заеду, позы поем. Все. Вот то, что я возьму с собой. Попросили меня снять обзор, что я буду брать. Инструменты, ремкомплект для шин. Ну, если про колики, вольтметр. Здесь у меня каремат, палатка, спальник. Здесь переодеться одежда. Это я все буду утягивать. Жгут, дождевик. Это у меня большой мешок. Я все сложу в него. Он на 300 литров. Там рюкзак, все вместе и будет. Так, здесь у меня видеоприблуды. Печка, газ. Ну, чтобы кофе варить, поесть. Так, это компрессор. Здесь фляжка и это ВДВшная. Ну и все, наверное, все тут. И тут лекарства какие-то. Вот такое вот все. Кофры еще полные. Первая остановка — город Канск. Здесь кофе попью, заправлюсь. Дальше попру. Дорога нормальная. Прохладно, хорошо. Едем дальше. Еду, еду. Солнце в харю, я ярю. Классно все. Че? Дорога. Я, мотоцикл. Единственный минус — дороги все копают. И колея. И вот в колею, с колеи, как бы, конечно, подкидывает мой тяжелый булик. А так нормально. Добрался я до Нижнеудинска, и меня перед Нижнеудинском километров, наверное, за 150 застал дождь. И я весь промок до нитки. Начал искать гостиницы перед Нижнеудинском, в Нижнеудинске. Так как с наводнениями, ну, в новостях знаете, все занято, невозможно найти. И вот меня приютили вот здесь, вот в мойке. При гостинице. Сейчас покажу, какой мой ночлег на сегодня. Спасибо бате, тут охранник при гостинице. Вот он мне дал до 6 утра переночевать в этой мойке. Вот здесь мой сегодня ночлег будет. А утром в 6 утра я встаю, собираюсь и в путь. Так что все, что не делается, все к лучшему. Я доволен, честно. Доволен еще то, что при вот этой мойке есть кафе. И я там поел и согрелся коньяком. Надо, надо, иногда надо. Видите, какой довольный. Все, сейчас спать до 6 утра. Как бы я ни хотел, ну, опять дождь. Вот сколько можно? Дождь, дождь, дождь. Короче, я... Ошибка номер один. Это далеко убирать дождевик. Ошибка номер два. Если чуть-чуть закапал дождь, одевай дождевик. Не думай, что он пройдет. Две ошибки совершил я. Ну и еще, ладно, у меня ветровик есть, и меня как бы проносит, проносит не в том смысле, а капли отбивает. Ну а тут Silent Hill, конечно, вообще. Silent Hill, вон, все. Нижнеудинск за Нижнеудинском. Все вот в такой дымке.
Ладно, и чё, едем дальше. Вот аппарат. Еще и с двигателем. Ну, тут целые раритеты.
что, все. Добрался я до Байкала. До дома еще 200 километров. Это сейчас Култук прошел. Сейчас на спуске прям Култука. Стою. Здесь получается поселок Слюдянка. Вот сейчас я там заеду, позы поем. Все. Все, доехал, мотоцикл поставил. О, иду домой есть и отдыхать. Все, хватит.